Всем привет! Представляю вам сварочные инверторные аппараты Risanta с функцией аргонодуговой сварки серии SAI AD. Инверторные сварочные аппараты Risanta являются лидером российского рынка. Линейка SAI AD предназначена для аргонодуговой и ручной сварки на постоянном токе. Аргонодуговая сварка TIG происходит с помощью неплавкого электрода и присадочного прутка. Для защиты места сварки от влияния атмосферных газов используют инертные и активные газы. Такой вид сварки подойдет для соединения цветных металлов и легированных сталей. Благодаря функции регулирования времени убывания тока в месте отрыва прутка не возникают трещины. Электродуговая сварка MMA подходит для сварки конструкций из стали с использованием разных электродов. В режиме MMA есть функция форсажа дуги Arc Force. Она позволяет регулировать жесткость дуги при работе с металлами разной толщины. В линейке SAI AD представлены две модели. Цифра в названии модели зависит от максимального значения сварочного тока. Каждый аппарат имеет защиту от перегрева, при срабатывании которой на передней панели загорается индикатор. Показатель продолжительности нагружения равен 70%. Для переноски сверху на корпусе предусмотрен ремешок. На передней панели расположен регулятор сварочного тока от 10 до 180 ампер, переключатель вида сварки MMA, TIG-отрыв и TIG-VC, индикатор сеть, индикатор перегрев. Второй регулятор изменяет силу дуги при сварке MMA, а при работе в режиме TIG с его помощью можно настроить время убывания тока. Здесь же расположены силовые разъемы для сварки покрытым электродом и разъемы для аргонодуговой сварки. На задней панели расположена клавиша включения и выключения устройства, а также штуцер для подключения баллона с газом. Для начала работы в режиме аргонодуговой сварки соберем горелку. Для этого вставим цангу в цангодержатель и закрепим на корпусе. Установим сопло и вставим вольфрамовый электрод. В зависимости от его длины прикрутим колпачок, большой или маленький. Обратите внимание, по технике безопасности при проведении сварочных работ необходимо использовать защитную маску со степенью затемнения больше 10 дин и краги. Далее подключим аппарат к сети и нажмем на клавишу включения. Вентилятор начнет работать и загорится индикатор сеть. Затем присоединим рукав от редуктора с аргоном к штуцеру с обратной стороны SAI 180 AD. Отрегулируем давление на выходе из редуктора. Затем подсоединим кабель заземления к плюсу разъему и закрепим на изделии. После подключим горелку. Выберем значение силы тока и убывания тока. Далее установим режим поджига дуги. При режиме TIG отрыв происходит зажигание дуги с помощью отрыва электрода от поверхности. Дотронувшись электродом до поверхности, нажмем на кнопку горелки и поднимем электрод на 2-3 мм. В режиме TIG-VC происходит зажигание дуги с помощью высокочастотного разряда. Для этого нажмем кнопку пуска на горелке и поднесем электрод к поверхности на расстоянии 2-3 мм. После появления сварочной ванны начнем работу. Данный вид сварки обеспечивает хорошее качество формирования сварных швов, позволяет точно поддерживать глубину проплавления металла. Это важно при сварке тонкого металла при одностороннем доступе к поверхности изделия. Этот способ сварки получил широкое распространение при сварке неповоротных стыков труб. Для того, чтобы прервать процесс сварки, отпустим кнопку горелки. После гашения дуги газ в течение 5 секунд продолжает охлаждать электрод, что снижает его износ. Для начала работы в режиме электродуговой сварки установим переключатель в режиме MMA. Подключим кабели с электрододержателем и клеммой заземления. Вставив электрод в электрододержатель, посмотрим работу в режиме MMA. Для повышения устойчивости сварочной дуги и лучшей текучести металла в аппарате предусмотрена функция Arc Force. Эта функция снижает вероятность залипания электрода в процессе сварки. С помощью нее происходит дополнительный наброс сварочного тока, когда сварочная дуга по каким-либо причинам рвется и гаснет. Уменьшается разбрызгивание, шов получается более плотным. По окончании сварочных работ следует установить регуляторы в минимальное положение и выключить аппарат. Сварочные аппараты Risanta гарантируют вам долгую и качественную службу. Увидимся!